дай мне пока жилеточку пойти, стоишь мне. Это самое, я тебе отдам. Да, давай, давай. Мне в машине просто. Главное, чтобы не въебали мне. А?
Thank you.
гости! Приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО «РЖД». И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. А вот и паровоз СО «Серго Орджоникидзе». Он является ярким примером становления собственной советской школы проектирования паровозов. Созданный в 1934 году на Харьковском заводе под руководством молодого конструктора Павла Шаройко и других его коллег, этот паровоз получился более мощным и быстроходным, чем распространенные тогда паровозы серии «Э». При этом для ИСО не нужно было усиливать пути и удлинять поворотные круги, чего непременно требовали тяжелые «Феликсы». Доброго пути труженику локомотиву. Паровозом управляет машинист Василий Андреевич Игольницын. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком. Уважаемые пассажиры. Thank you.
скорее побежал. Thank you.
Городской электропоезд «Ласточка». Сообщение. Лебяжье. Санкт-Петербург. Прибыл на второй путь. Левая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые встречающие, скоростной электропоезд. Сравнить вообще.
Суд Ивановский. Все тоже, все разъемчики уже давно. Угу. Когда-то, может, Хартинговские были, еще что-то сейчас уже. А кого сейчас установят? Не, я стою, вот этого никуда не уйдет. Это вот этого, да? Да их вот три штуки. Угу. Вот, вот оно. Приходят уже, а нам на сенсор не надо. Давай еще будет, давай еще будет.